Ребят, здрасте, можно секундочку у вас в этот морозный, холодный день? Да. Маленький опросик, телевидение. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима. Ваня. Ваня, вас как? Привет, Саша. Саша? Да. Очень приятно. Вы встречаетесь? Да. У меня канал, я проверяю парочек на верность. То есть я останавливаю пар на улице, даю им деньги, а взамен беру их телефон и читаю переписки вслух. И тем самым при партнере мы читаем, да, и проверяем, не изменяете ли друг другу, нет ли там чего-нибудь пикантного, интересного. Вот, как вам идея? Давай твой телефон. А почему мой? В смысле? Давай твой. Почему мой? Может, мой? Не, давайте его, его будем смотреть. Ну, давайте мой. Ты без проблем свой телефон дашь, да? Ну, а что ты не хочешь? А что ты не хочешь? Ну, я у тебя первый спросил. Окей, ладно, все, давайте мой, хорошо. Без проблем. Ну, давай, разблокируй. Телеграм. Что ты смотришь? Что, нельзя? Что, вы уже ссоритесь, да? Нет, просто спросил. У вас такие отношения всегда, да? Нормально у нас отношения, что? Понял. А вот Рима, кто такая? Рима? Рима. Ну, это знакомая моя, мы виделись с ней. Когда? Неделю назад мы вообще-то были на дне рождения. На каком дне рождения ты помнишь? У тебя память отшила? Нет, а у тебя? У меня нет, я тебе говорю, на дне рождения неделю назад мы виделись. Вы с ней сидели, пили. Ты угораешь?